Автомобили Рено по госпрограммам с выгодой 10%. Терамобил на Янаульской 1А. Вместимость до 25 человек, устойчивость на воде до 30 суток. Внимание подростков сразу привлекли плоты, которые используются при кораблекрушениях. Производство спасательных средств относительно новое, чуть больше полутора лет. За год мы это освоили, производство. У нас как бы начиналось от резиновой части, мы отгружали, а потом начали отгружать полностью в капсулах. И в этих капсулах они попадают уже на суда. Здесь же налажен выпуск мешков для ранцевых лесных огнетушителей. Кроме того, производят авиационные спасательные жилеты и гидрокостюмы. Авиационный плот для одного человека, для летчика, например, крушение произошло над морем, он в него прям садится и выбрасывает его. Полностью надувается, тоже днище вверх. ПСН-1 называется. Конечно, забавно примерить наряд во время экскурсии, но в реальной ситуации он необходим, когда совсем не до смеха. Поэтому к качеству работы применяют высочайшие требования на каждом этапе производства. Конструктора разрабатывают, шаблончик делает шаблоны, отдаются в раскроенный цех. Раскроенный цех раскраивает детали полностью, отдает, ну, полностью проверяется все технологами ОТК сначала. До конца, до сдачи. Потом отдается девочкам, клейщикам. Необходимую прирезиненную ткань, не пропускающую воду, предприятие производит самостоятельно на ткацком участке. На этом участке выпускают обивочные материалы для мягкой офисной мебели, а также отделки салонов и сидений автомобилей. Работаем с такими автомобильными заводами, как «Рено», Nissan, Peugeot. Производим ткани, большое количество, большой ассортимент тканей для автомобилей. Также на ткацком участке у нас производится ткань для прорезиненных лодок. То есть это как основа идет. 56-437 артикул. Относительно новым можно назвать участок выпуска амортных шнуров, бытовой ленты и резиновых нитей. Это направление появилось здесь в 2014 году, когда производство переехало на Искош с уфимского предприятия УЗМИК. Здесь у нас производят шнуры прорезиненные для самолетов, для вертолетов, для парашютов. И также у нас здесь производится бытовая прорезиненная лента. Разумеется, за 2 часа экскурсии всего не покажешь, но о главном рассказать успели. На крупном производстве есть специальности, которым можно обучиться за несколько месяцев прямо на рабочем месте. Другие требуют высшего образования. Школьники посмотрели, оценили и, конечно, поинтересовались уровнем зарплаты. Правда, пока эти вопросы больше касались летнего трудоустройства. А в следующий раз ученики другой школы побывают на экскурсии в городской больнице.